Здравствуйте, друзья! С вами Игорь Прудников с Арбалетной Поляны. Сегодня я хочу рассказать вам о бобрах. На той неделе местные жители пожаловались мне о неполадках с поставками воды. Объясню попозже, почему. И я решил проверить, что творится в местной речке. Вот давайте посмотрим. Вот, посмотрите. Бобровая плотина. Причем, что интересно, ее глубина на днях была, я имею в виду высоту плотины, была намного ниже. Вот, и бобры опять начали ее чинить. Вот, я спущусь пониже, чтобы видно было. Вот этот хлам, они уже накидали, чтобы еще раз починить плотину. То есть поднять уровень воды. Вот. Значит, как мне рассказали, эту плотину разрушают уже третий раз за лето. Вот, чтобы понизить уровень вот этого кусочка. Вот. Но наша задача сейчас пойти по берегу и посмотреть, где он обитает и как себя ведет. Любая охота начинается с разведки. Вот вылаз бобра. Вот по этому вылазу он выходит в поле и начинает кушать траву. Что интересно, летом он питается травой. В большей части. Но я бы сказал, процентов на 85, на 90 его рацион летний составляет трава. Вот, и только все остальное это дерево, которое растет возле воды. Ольха, осина, иногда березка. Вот, вот в таких буераках приходится передвигаться. Вот, но если нужна качественная охота, соответственно, должна быть и качественная разведка. Вот, находим еще одну плотину, но плотина старая. Она немножко поддерживает уровень. Вот такие следы жизнедеятельности. А вон напротив от нас, видите, хороший вылаз бобра в траву, свежий. Грязь, все как положено. Вон он. То есть при желании туда можно поставить капкан или посидеть с каким-либо оружием. Дистанция 4-5 метров. Если вы будете сидеть тихо, совершенно спокойно, он вас подпустит. Значит, можно рассуждать так. На участке между нижней плотиной и вот этой где-то находится нора. Возможно, вон там. Вон виднеется углубление. Возможно, где-то еще. Но это должен быть именно крутой берег. То есть вход находится под водой и должна быть высота земли, ну метр минимум, чтобы он там сделал свою камеру. И вот этот кусок он защищает методом поднятия воды. Вот, идем дальше. Вот еще один вылаз. Бобровый. Вот, но старый. Куча веток. Вот этим вылазом он пользовался, видимо, когда вот эта плотина была рабочей. Ну вот, свежее дерево поваленное. Подгрыз он его, скорее всего, весной. Сейчас оно упало.
То есть у дерева подгрызанного появляется парусность. Вот, парус ветки. И ветром его заваливает. Погрыз бобры рассчитывают чаще всего точно так, чтобы дерево упало именно в воду. И с воды им легче брать питание. Идем дальше. Вот так короткими перебежками исследуется участок. Сейчас мы шумим. Сейчас еще рано для выхода бобра. Вот, можно пошуметь, идти не слишком осторожно. Мало риска, что мы его напугаем. Вот, кстати, вот этой травой он любит питаться, посмотрите. Вот она, это она. Я не знаю ее название, но именно ее он грызет. Здесь ее много. Вот видны на той стороне вылазы бобра в траву. Все утоптано, и виднеется тропинка уже в траву, если присмотреться. Вот отсюда. То есть бобер оттуда вылазил и спокойно кушал. Такое кормовое местечко. Я думаю, что мы где-то здесь можем найти его нору. Вот, это, конечно, результат будет очень хороший, зная расположение норы. Вот, мы его не напугаем. Не надо лезть в нору, зная, что она там. Потому что бобер четко слышит, кто, где и когда прошел. И если вы прошли над норой, то он не вылезет. А, ну вот и нора. Собственно, вот она. Это так называемая отдушина. Вот, смотрите. Очень качественная отдушинка. Вот так я поправлю. Смотрите. Этот ход ведет под берег дальше. Вот, и вот здесь вот вход уже под водой. Причем прикрыт корнями очень качественно. Вот видите корень какой? Вот под этим корнем вход в нору. Вот такая вот лапа. Все, замечательно. Теперь мы аккуратненько отсюда выходим и двигаемся дальше. Ага, вот я вижу интересное местечко. Вот видите, ветки, поваленное дерево, причем с листьями. Вот, вот так дерево само никогда не падает. Сейчас подойдем и посмотрим, будут ли верны мои предположения. Ну вот, я так и знал. Качественная поваленная ива. Вот, он здесь кушает. Подойдем поближе, посмотрим все эти погрызы. Руками я ничего не трогаю. Вот видите, стамеска его. А вот выход. Вот, вот там у него проход к воде. Но мы туда не полезем, чтобы не пугать. Значит, смотрите, друзья мои, руками ничего не трогайте. От них остается запах. Если вы хотите, чтобы бобер сюда еще раз пришел, ничего не трогайте. Вот эта повязка у меня на лбу, она тоже не зря. Фу, передвижение вот по этим буеракам, вы видели, заставляет просто потеть.
капли пота, сами того не замечая, попадают. Они пахнут. Ребят, аккуратнее, не ленитесь. Повязочку одели, все сухо, чисто. Так, ну вот, дорогие друзья, мы подошли к источнику, который я хотел вам показать, и который послужил, так сказать, первопричиной моих поисков бобровых. Вот, источник очень хороший, с качественной водой. Вот, местные жители им активно пользуются. И тут церковь недалеко. Построили вот такую часовенку. Вот. Преподобный отче Серафим Саровский. Вот видите темный уровень камней? Вот, это подсохло, да? Вода стояла вот так. То есть, когда я первый раз приехал на источник, вот эта труба была почти в воде, и набрать воду было невозможно. То есть бобры за счет той плотины, которую я показывал, подняли уровень не только в речке, но и в источнике. Вот, собственно, почему местные жители начали с ними бороться. Вот. Вот такое интересное местечко у нас есть. Вот. Продолжая рассказ, хочу вам показать еще одно интересное место. Вот тут такая аллейка красивая. Сейчас мы идем к следующей плотине. Плотина целая, ну, была во всяком случае не разрушенная, рабочая. Вот, то есть нижнюю плотину разрушили, верхний уровень остался цел. Вот уже издали я слышу, как шумит плотина. Аккуратненько подходим. Ага, ну да, вода на месте. Уровень держится. Вот под шум этих самолетов очень хорошо подходить к бобровому месту. Вот. Вот. Смотрите, как здорово. Это рабочая бобровая плотина. Вот. Вот так она выглядит. Здесь перепад где-то метр. Перепад между верхним уровнем и нижним. То есть вот на том участке речки должны быть еще бобры, еще одна семья. Вот. И мы сейчас попробуем ее найти. Вот. Солнце садится. Вот, возможно, и посидеть, и увидеть. Если удастся, если мы их не подшумим. Вот такие интересные места у нас есть, друзья мои. Ну вот, друзья мои, наша разведка закончена. Расскажу, что было. Были выходы бобра. Вот, в одном случае, вот самый ранний, выплыл первый мелкий бобер. Вот, но, к сожалению, камеру поздно включили, ошибка. Вот, потом он передвигался перед нами под водой, была цепочка пузырей. Вот, потом с другого ракурса, уже другой камерой, были зафиксированы еще два выхода. Вот, но ракурс оказался неудачным. Мы со своей точки бобра видели, вот, а камера зафиксировала только крупные волны от него характерные. То есть бобер есть, кормится. Вот, бобер молодец. Вот этим, друзья, и трудна охота на бобра. Очень аккуратный зверь, очень осторожный, нюхливый, слушливый. Вот, поэтому он спокойно размножается в наших условиях. Никто его не может трогать. Вот, специфика очень сложная, только для очень усидчивых. Вот. Но дорогу осилит идущий. Я думаю, что рано или поздно мы выберем момент. Съездим, возможно, даже в Белоруссию. Вот, и снимем охоту. Будет выстрел, будет бомбер. Будет техника, с которой все это исполнено. До новых встреч. Игорь Прудников с Арбалетной поляны. Присылайте лайки, вопросы. С удовольствием выслушаю и отвечу. До свидания. До новых встреч!